Ну вот смотри, Путин сегодня еще, помимо прочего, получал верительные грамоты, получал, соответственно, очень, выступал. Несколько очень смешных вещей сказал. Да, и сказал, и повел. Он говорит, я бы с вами, пообщался, но у нас тут карантин. Про карантин это мы там отдельно поговорим, то по откровениях беглого ФСОшника, там некого Глеба Каракомова. Я думаю, ты смотрел видео, предельно интересное, мы поделимся. Не, ну я прям посмотрел внимательно, там все, что мы говорили, все так и подтверждается, вообще все. И про паранойю, и про карантин, и про, значит, имитацию бурной деятельности, что он говорит, типа уезжает из Сочи, а на самом деле он там остается, кабинеты три вот эти на Валдае в Сочи и в Москве одинаковые. Ну, вообще все, вот, вот практически все. Единственное, что не попадаем, мы там с его здоровьем непонятно. Ну, и там он говорит, я не видел ни Кабаева там, только Тихонова, да, говорит, его сопровождает с адъютантами. А так, в общем, все остальное вполне прям подходит. Значит, и чемодан, в который он срет второй, наверняка тоже есть, потому что, ну, пока нет еще подтверждения, но... Судя, если, так сказать, экстраполировать эти факты на это, то очень на то похоже. Но возвращаясь к тому, что он... Давай тогда ты поговорим о том, что он, значит, несмотря на подчеркиваемые противоречия, цветные революции, Америка и так далее, тем не менее, такой тон был, знаешь, ну, как бы осторожный, я бы вот так выразился, так сказать, непохожий. С одной стороны, этикет, пришли послы, в том числе и Лин Трасс, значит, новый посол США в Москве, а тем не менее, значит, уже тончик-то такой на снижение пошел. Давайте деэскалировать. Заявляет о претензиях к США, а сам, значит, взял журналиста Ивана Гершковича, до этого сбил беспилотник американский, там, ракеты размещает. Ну, то есть, понимаешь, такое ощущение, что решил чуть стравливать пар. Тебе не кажется? Устравливает пар, он говорит правильные слова, особенно после китайского, как ушата ледяной воды, которую на него пролили. Уже подпрыгивать не удается. Еще в союзе с Китаем еще как-то можно было там изображать из себя властелина вселенной на побегушках. Но в этот раз уже совсем. Это раз. Во-вторых, тут надо понимать вот еще что. Что ему же дважды не поаплодировал его зал, когда он выступал перед ним. Вот непосредственно перед своей там паствой у него было второе выступление сегодня, да, и не было аплодисментов. Его осуждает его собственно тщательно отобранная, причесанная, набриллианиненная, да, проверенная, просвеченная со всех сторон, лично ему преданная аудитория уже не аплодирует. Причем в месте, где явно психологически ожидались аплодисменты. Худо Владимиру Владимировичу, он все больше оказывается в изоляции. Сначала он загнал ее сам себя туда загнал, а теперь его как бы вот... Ну, они же понимали, что и мы говорили об этом, что они не договорились с Китаем и не договорятся. Но они рассчитывали, что можно делать, играть на неопределенности, что Китай, как всегда, будет хранить молчаливую улыбку Будды, ничего не говоря, действовать не деянием, молчанием и не деянием, и они еще долго могут потрепать нервы всем, включая Запад, или в первую очередь Западом, тем, что есть тайный союз, о котором мы не говорим ничего, но уже понимаете. И тут Китай выливает ведро холодной воды в стиле, да мы вообще как бы ни с вами никогда не были с вами, и не признаем, и не поможем, и не будем помогать, и вообще, извините, это исторический прием. После этого невольно поскромнеешь, особенно перед новым американским послом. Там же слова какие сказаны. Слова, какие говорил мне, что значит этот самый. Мы никогда не были с Соединенными Штатами врагами. Мы всегда открыты, мы всегда навстречу. Это Соединенные Штаты злые. Нас несчастных своими цветными революциями. Вот так вот. А мы же всегда с распростертой душой. Мы же ничего. Мы вообще бедные овечки. Это нас все так вот. Мы вынуждены защищаться. Угу. Поэтому посмотрим, как он запоет, когда пойдут дела настоящие, большие. Например, наше контрнаступление, там, что-нибудь такое вот, с реальными, да, с реальными результатами. 2,6, ну плюс 2,6 миллиарда американской помощи выделено с очень большим перечнем всяких разных вкусностей. Когда вот такое изобилие, что даже описывать долго. Ракеты Химарсом, боеприпасы, мины, минометы, снаряды, стрелковое оружие, радары, топливозаправщики, мосты. 2,6 миллиарда. Много, дорого и вкусно. И все это обрушится на головы тех, кто имел несчастье поверить Путину. И поступить в вооруженные силы Российской Федерации. Он это знает. И он знает, что перспективы у них крайне печальные.
чем он знает по докладам своих собственных военных. Как его не изолируют, примерно он понять может. Плюс брошенный Китаем. Ну, что теперь говорить? Ну, какие еще щеки можно надуть? Что еще можно делать? Скажи, пожалуйста. Все.